И в начале выпуска важная информация для наших телезрителей. Накануне наша официальная страница в социальной сети ВКонтакте была взломана. Злоумышленники заблокировали доступ к администрированию группы и начали рассылку сообщений нашим подписчикам с информацией, которую вы сейчас видите на экранах. Убедительная просьба не переходить по указанной в сообщении ссылке. Произошла ситуация следующая. Взломали страницу администратора нашей группы ВКонтакте, соответственно, получили доступ к сообществу нашему ВКонтакте, телеканала «Север». Так как есть полный доступ, совершили ложную рассылку от имени телеканала «Север» ВКонтакте с соответствующей ссылочкой. На эту ссылочку категорически не рекомендую никому переходить. И настоятельно всем как бы хотелось бы донести, что телеканал «Север» в своей группе ВКонтакте личным сообщением рассылками не занимается. Сейчас проводятся работы по восстановлению доступа к группе телеканала «Север» ВКонтакте.